Сегодня открылись. Сегодня 4 декабря в Берлине открылись новые станции метро. Их несколько лет строили, вот Бранденбург-Тор сегодня открылся. И мы, можно сказать, первооткрыватели, первые пассажиры этих станций. Я не знаю, сколько их, 4, по-моему, станции открылись. Еще одна станция, она доделывается, музей Минзели, тоже скоро откроется. Строили, я не знаю, сколько, много лет. И вот именно сегодня, 4 декабря, они открылись. Идем дальше. Сейчас мы находимся на Потсдамерплац. Хотела вместе с вами прогуляться по вечернему Берлину, хотя, в принципе, он выглядит как ночной. Ну что, идем гулять? Что сегодня 4 декабря? Я вам уже сказала, что сегодня открылись новые станции метро в Берлине, которые строились уже долго. Вот это, где горит красный огонек, это часы. Здесь когда-то находился вокзал, но вокзала теперь нет, а часы старого вокзала так оставили на память. Такой вот центр. В Нью-Йорке, да, вот находятся такие как бы большие эти небоскребы. В Москве что-то подражающее поставили, бизнес-центр. Но в Москве они как бы и небоскребы, и в то же время как бы подземный там целый город. Наподобие Токио, там, я не знаю, всякие парикмахерские, химчистки, магазины, кафе и офисы, как в Токио. Но в Токио, вы знаете, они там и старый, и новый город, все вперемешку. В Москве все новое, красивое. В Берлине такого нет. Здесь нет подземного царства-государства. Здесь просто вот и нету таких бешеных небоскребов. Это, наверное, одни из самых высоких зданий. Они находятся здесь на Потсдамерплац. Еще лет 20 назад здесь вообще не было ничего. Ну, вот это вот, наверное, центр Сони был, где вот светится купол фиолетово-голубой, он сейчас будет менять цвета до фиолетового. Вот эти часы, теперь они зелененькие. А вот там, где светится все в огнях, здесь был пустырь. И стояли такие панельные дома советского образца. Их сейчас снесли и поставили такой большой закупочный центр, молл. Он самый крупный один из Берлине. Ну, крупных магазинов там особо нет. Там есть маленькие магазинчики, целый этаж разных кафе, ресторанов. Очень красивым оформлением. Он занимает целый квартал. Такой он красивый. Я немножко сейчас приближу, чтобы вы ее лучше рассмотрели. Такой вот, смотрите, какая красота там. Он огромный, целый квартал занимает этот молл закупочный. Напротив него разные музеи Сальвадора Дали. Туда дальше бункер Гитлера. Ну, он, естественно, закрыт. Так. А сейчас мы пройдем через светофор и посмотрим на стену. Здесь когда-то проходила стена берлинская. И, в принципе, Берлин был здесь поделен. Мы сейчас еще раз глянем на центр Сони. А, кстати, сейчас, вот посмотрите, сейчас пустая площадка. А вообще, если бы не пандемия, не вот этот страшный год коронавируса, здесь бы сейчас стояла горка большая. И был искусственный снег, и на таких вот, как они называются, резиновые шины, что ли, да, на них бы катались. Она стоит обычно на 1 января, но в этот год все рождественские базары в Берлине отменены, и горки, естественно, нет. Первый раз за столько лет ее нет. Вот так вот грустно. Сейчас еще раз сдалека посмотрим, потом ближе туда пойдем, в центр Сони. Видите, он теперь поменял фиолетовый купол. Я думаю, там сейчас не так красиво, как обычно бывает, знаете, все года были вот так вот. Если по этой улице пройти вот разукрашенными, с красивыми блестящими деревьями, сейчас я вам приближу, там будет берлинское центральное казино, музыкаль, театр, где проходит Берлинари. Ну, мы туда, может быть, сегодня прогуляемся. А вот там вот находится центр Сони. Ну, мы сейчас идем туда.
с вами. Здесь такой мемориал сделали в поддержку белорусам, так как там погиб Роман Бондаренко, что они не забудут и поддерживают их. Прямо в центре Берлина. Да, держитесь, белорусы. А здесь рядом вот стена берлинская, кусочек здесь шло разделение Берлина, ФРГ, ГДР. И так вот оставили этот кусочек. Конечно, она была больше, 3,60 м. Это просто так, остаточки плит. Такой, как мы, мемориальный памятник. Сегодня прохладно так у нас в Берлине. Так. Рядом находится канадское посольство. Вход гражданам только с одной стороны, так как граждане там не делятся на первые и вторые лица. Граждане все едины. Оно небольшое, это уже ремонт другого здания, офиса. А мы идем гулять дальше по ночному Берлину. Хотела показать вам вот этот вот уголок. Сейчас мы все видим модерн, такой кейс здания современные. А вообще здесь было когда-то все такое вот старинное. Это сделали один кусочек, чтобы люди видели, какие здесь были раньше здания. Ну, наверное, это было до войны, потому что во время войны все было... Берлин весь был почти уничтожен. Смотрите, какие были старинные, красивые здания, камин. Зеркало. Да, такая была красота. Ну, эта участь постигла многие города, не только Германии, но и других стран. Уходит старая эпоха, появляется новая, а мы идем гулять. Центр Сони, но я еще хотела до центра Сони. Смотри, какая красота, да? Ну, пойдемте, выйдем потом в другом месте. Вообще, когда хорошие, удачные года, не считая этого года, конечно, когда выходили какие-то примеры новых фильмов, я не помню, в каком году вышел фильм «Хоббит», здесь всегда были как бы, ну, что-то вроде презентаций. Здесь ходили переодетые орки, эльфы. Они ходили там, где вот горка, я до этого показывала, там Рождественский базар всегда. Здесь стоял такой макет дизайнерский какой-то, это дракон с золотом, так, здесь так красиво было, это так было здорово и празднично. Ну а в обычный, когда нет никаких пример, просто ходит ангел, она фотографируется с детьми, здесь такие украшения новогодние, елки, здесь большой такой телевизор, как реклама, здесь показывают какие-то спектакли, люди пьют кофе, столики стоят на улице. Вообще здесь еще в центре Сони находится кинотеатр, где можно посмотреть фильмы на английском языке. 3D еще тогда, когда еще он не был так популярен, но здесь уже он был. Вот такой вот центр Сони. Вот так вот покажу верхушку. Он меняет цвета. Здесь очень так красиво. Разные елочки всегда ставили. Но в этом году все просто скромно. Никаких украшений. Ничего. Никакие ангелы не ходят. Да. Главное нам всем пережить этот год. А потом будут и ангелы ходить. А мы с вами движемся дальше. Пойдем прогуляемся. Дом, вот этот экран, кстати, он работает. Здесь иногда футбол показывают, когда идет трансляция, прямая трансляция. Здесь сидят некоторые болельщики, пьют пиво. Разные. Здесь всегда какая-то программа происходит, но только не в этот году, не в этот декабрь. Нет, и летом тоже разные программы, просто именно не этот год. И сейчас такое грустное время. Также здесь находится музей кино, находится здесь вон Sony магазин. Разные, там можно купить, я не знаю, сейчас что там, Sony камера, наверное, да? Разную технику. Ну, так, офисы здесь. Ну, так. Молодежь все равно тусуется. Ну, не может она сидеть дома. Да. Такой вот грустный год. Ну, надеюсь, все в мире устаканится. И в следующий год здесь будет жизнь кипеть. И, наверное, с большей силой люди соскучились по бурлящей жизни. Вот хотела вам показать этого жирафика.
О, знаете, год какой, правда. Год жестокий. Обычно вот этот жираф, он летом стоит, вот вы обратите внимание, на ушках ромашки. А зимой ему одевают шапочку. Всегда. Правда. Вот летом он стоит вот с такими вот... Сейчас я покажу. Ромашками. А зимой у него шапка обычно. Сейчас, видите, не до шапки. Ни жирафу, ни его хозяевам. Сейчас идем на рукавичку. Вон там вот находится Леголанд. Вот так вот он. Где там видно? Да, Леголанд. И не знаю, сколько ему, лет 10, наверное. В принципе, да, я сказала, что под землей в Германии нет ничего такого, но Леголанд находится, по сути, как бы под землей. Он небольшой, но это больше для маленьких детей. Там единственное, там макеты с Лего. Достопримечательности Берлина, Берлинер дом, вот этот Sony Center, 4D, 4D кино для детей, разные батуты, разные развлекаловки. Даже можно купить годовой билет, это будет экономнее. Ну, все, кто побывал из России, даже им очень нравится. В принципе, такой интересный Леголанд наш берлинский. Да, жираф, придется тебе мерзнуть без шапочки в этом году. Ну, извини, корона. Так, мы маленечко еще прогуляемся там. За центр Сони находится филармония, музей музыкальных инструментов, там разные пианино, я не знаю, картинные галереи и все такое. А на противоположной стороне одна из крупных библиотек Берлина. Вот, хоть какая-то елочка. Хоть что-то говорит о Новом годе. Я все-таки вам покажу филармонию немножко со стороны. Да, мы пойдем на ту сторону. Филармония берлинская. Это желтое здание. А мы идем на ту сторону погулять. Я, в общем-то, хотела эти звезды показать, но мы можем немножко прогуляться здесь. Пойдемте. Потом пройдем. Так. Вот она. Аллея Славы. Или как ее называть еще? Блин, звезды с именами. Вот она вся такая. Ну, а мы идем гулять дальше. Смотрите, все в огнях. Я хотела показать вам продолжение центра, где центр Сони, Потсдамерплац. Это берлинское казино и музыкаль. Здесь в начале первой недели февраля начинается Берлинарий, фестиваль кино. Обычно это все происходит здесь. Я потом немножко дальше отойду и покажу. Здесь обычно всегда такая красивая елка стоит, каток. Небольшой рождественский базар здесь. Здесь везде столики, какие-то кафешки, какие-то разные ларьки с глинтвайном. Посмотрите, все мертвое. Все, год все убил. Да, все закрыто. С 1 ноября у нас закрылись все казино, бордели, и бассейны, библиотеки. Ну, все, что не так важно для жизни. Театры, музеи. Все здесь закрыто и мертво. Ничего. Да, да. Вот так вот сдали, выглядит этот центр, где происходит фестиваль кинофильмов, фильмов берлинских. Ну, не знаю, в этом году, вернее, ведь уже будет 2021 год, будут ли вообще все.
Может быть, все наладится в мире. Но пока здесь затишье. Такая красота. Пойдемте прогуляемся в молл. Посмотрим какой-то большой центр. Но, как я уже сказала, все магазинчики там маленькие. Там нет больших таких огромных магазинов. Там единственный, наверное, один из крупных магазинов – это филиал Пикленпинбург. Остальные – это маленькие магазинчики. Ну, сейчас там, к сожалению, все закрыто. Я имею в виду кафе, ресторан, там целый этаж разных ресторанов, разных на любой вкус кухни, итальянской, вьетнамской, китайской, сейчас турецкой. В принципе, так, пройдем остановочку. Угу. Вот такой, что все закрыли. С 1 ноября у нас ожесточение карантина началось. Сегодня 4 декабря, все продлили до 10 января. Так что все продолжается. Даже в Берлине ужесточились меры. Теперь Рождество, мы не можем собираться двумя семьями. Ну, как бы Рождество и семейные праздники, я имею в виду даже Сильвестр, Новый год. Только семьей отмечать. Нельзя больше 5 человек, только если пригород, наверное. А Берлин нет. Так что так. Ну что ж, заходим в центр. Смотрите, какая красивая елочка здесь. Такие вот игрушки. Это, когда центр открылся, здесь были только дорогие игрушки, как такие вот. И я имею в виду такие вот именно фигурки. Ну, часть, наверное, разбили, часть украли не без этого. И добавили теперь шары. Первоначально были все-все и фигурочные. Такая красота. И таких вот елочек здесь много. Не знаю, 3 этажа, по-моему, магазин. И везде-везде такие разные елочки с такими красивыми игрушками. Больше сейчас, конечно, шары, видите, именно на этой елке. Идем гулять дальше. Вот видите, сколько елочек. Смотрите, какие-то игрушки. Я фанат елочных игрушек. Ну, правда, такая красота. Дед Мороз. Этот вот большой центр, он как бы соединяется между собой вот таким вот переходом. Обычно здесь стояли, говорю, какие-нибудь ларьки. Кафешечки, столики такие на улице, но сейчас ничего нет, к сожалению. Но магазины работают, народу много. Ну, не так много, как в обычной, конечно, но есть. В основном это молодые. Вообще этот центр любит больше молодежь. Во всяком случае, раньше, за того, что здесь целый этаж разных кафешек. Конечно, магазин к Новому году украшен. Красиво, может быть, не полностью, как в предыдущие года, но все же. Он современный, но сделан такой, знаете, что-то такое с английским, я бы сказала, стилемность. Английский, лондонский манер. Но уже современными материалами, плитками всякими. Такое все. Пойдем еще немножко прогуляемся по центру. В общем-то, наверное, здесь снимать нельзя. Поэтому, видите, все закрыто. Все, что должно закрыто быть. Разные рекламные все. Вот он большой, многоэтажный, вот в таком стиле весь. Кафе, рестораны только на вынос. Все вот так. Да, все равно магазин полупустой. Такие фигурки большие от Playmobil. Здесь просто много детских магазинов наверху, и вот они как реклама.
для деток. Это рождественский цветок, кстати. Называется Weihnachtsblumen. Настоящий живой, такой красивый. В магазине продают еще, его красят блестками. Серебряный и золотой. Всегда под Рождество он появляется в магазинах немецких. Вот такая красота. Я думаю, на этом сегодня буду с вами прощаться. Желаю вам всем здоровья. И до новых встреч в моем новых видео. Всем пока!